Одним из ключевых этапов проекта станет разработка для Мурманска уникального дизайн-кода, единых правил оформления городских пространств, фасадов, вывесок, указателей и наружной рекламы. Разработан он должен быть уже в этом году, а пилотным местом для его реализации выбрана улица Егорова. Преобразится в этом году и городское освещение. Одна из целей проекта – создание единой цветосветовой среды, включающей в себя уличное, парковое, ландшафтное и архитектурно-художественное освещение. С 2021 по 2025 год планируется ежегодно подсвечивать 10 зданий. Огромное внимание в плане благоустройства уделено и общественно значимым пространствам. Преобразиться в ближайшие годы должна площадь Пять углов и привокзальная площадь. Причем лучшие проекты будут выбирать сами мурманчане. Вот сейчас вы видите обычную хрущевку, которых у нас в городе десятки, если не сотни. Реновация ждет и фасады многоквартирных домов. Бороться с серостью и однотипностью будут с помощью раскрашивания домов согласно цветовой палитре, уникальной для каждого района города, и создании новых ярких муралов, огромных граффити на домах, технических строениях, заборах и временных ограждениях. Самое главное, наш Мурманск – это план мероприятий для мурманчан, для того, чтобы и наши с вами дети, и наши с вами внуки не просто хотели жить в этом городе, не просто хотели учиться и работать, а хотели, чтобы их дети и внуки оставались здесь на долгие-долгие годы. В целом, программа «Наш Мурманск» включает десятки различных проектов и направлений. От умных автобусных остановок до скейт-парков, от создания 7 новых смотровых площадок до дизайна крышек канализационных люков. Согласно плану, большинство из них должны быть реализованы до 2025 года. Всеволод Краснов, Павел Третьяков, ТВ-21+.